Re! Viss ēters ir te! Снова к событиям в Латвии. Уже завтра Рижская дума может принять решение о выходе из ассоциации Baltic Sail. В Думе говорят, что членство в ней оказалось бессмысленным, но при этом обошлось столице в 25 тысяч евро. Цель ассоциации – обеспечивать сотрудничество между городами регионов Балтийского моря. Например, Таллин, Росток, Санкт-Петербург. Координировать маркетинг, привлекать матросов на мероприятия в портах Балтийского моря и популяризировать фестивали матросов. Учитывая, что все годы, что мы были в ассоциации, нам не удалось организовать фестиваль исторических парусных судов и регаты в Риге, и, похоже, в будущем они тоже могут не произойти, мы решили, что из ассоциации надо выйти. Тем не менее, в Думе не исключают, что в будущем такой фестиваль получится организовать и без членства в ассоциации. Отметим, что членство в ассоциации обходилось 5000 евро ежегодно. Таким образом, за 5 лет Рижская дума потратила 25 тысяч евро.